Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Бонжорно, мио кара. Привет, моя дорогая, присаживайся. У нас сегодня с тобой необычный обед, а ля итальяно. Что будешь? Карбонара, фетучини с креветками. Ризотто? Посмотрите на нее. Предлагаю еще пиццу взять, ну и лазанью, ну, на двоих. Что там смотришь, паста болоньезе? Макароны по-флотски она не ест, а паста болоньезе ей подавай. Вот этого вот серьезного молодого человека. Сейчас он для нас будет готовить вкуснейшую пасту. Мама мия! Обожаю смотреть, когда кто-то готовит, особенно если это не я. И не на своей кухне. На это можно смотреть бесконечно. Ну, знаешь что, паста пастой, а вкусняшки-то никто не отменял. Все для похудения исключительно. Ну, как тебе твое ризотто? У меня паста просто перфекто. Белиссимо. Ну, ты сама понимаешь, если ты приходишь в ресторан, одной пастой ты не отделаешься, да? Поэтому в ресторан всегда быстро, как в бистро, и вкусно, как в ресторане.